Всем привет, ребят. Ну что, у нас на английском сервере открылся архидемон, и сегодня у нас будет тестик. Второй тестик после обновы. Хочу сбегать посмотреть, кем он станет. Огромный урон, иммунитет к забору энергии. Вот так вот. Наносит цели с наименьшим хп, это маг, станет трех рандомных на 2,5 секунды, снимает бафы. Хорошо, поехали, будем пробовать собирать. Берем тыковку, ведьмочка, укротитель и химка. Вот такой вот состав наш попробуем. Попробуем агрить обратно же на тыковку. Так, поехали, соберем. Немножко сделал перестановку. Соберем сейчас эмблемами всех. 10-й раскол. 10-я эмблема смотра. Так, сюда мы поставим Чику. Такой архидемон, по-моему, был на русском сервере в прошлый раз. Так, где мой Чикабум? Только питомца уже просто жесть. Так, первый готов. Дальше у нас укротитель с панчбоксом. В принципе, можно оставить. Два. Тыковка. Раскол. Сюда мы поставим. Есть. Троих собрали. Дальше ведьмочка. Ведьму мы закинем Крока, так как у него дополнительный еще дамаг. Есть. Крок есть. Дальше. Кого мы там взяли? Хладный призрак. Стрелка пока брать не будем. Такой вот хладный будет у нас. 10-10 попробуем. Так, есть. И космо. Обран на архидемона. Пиромах. То есть тут все на максимуме у нас будет. Такс. Так, забор он не... Пробовать еще дополнительно мелкого крока. Вот такой вот вариант попробуем. Поехали, сделаем первый тестик. Будем стартовать с тыковки. Ну, вроде всех собрали. На второй вариант мы с вами кого-то уберем с этой команды и поставим еще одного. Так, отлично. Ай-яй-яй, видите, включился космо, не сразу включился. Потеряли нормально времени. Ну, космо, в принципе, энергию набирал, поэтому он не сразу и не включился. Давай посмотрим, что сможем выжать. Ну, в любом случае, где-то в районе 6 на русском сервере я, по-моему, до 6 таки не дошел. Сейчас я даже не знаю, кого попробовать. Хладный, в принципе, классный. Тыква однозначно нет. Ведьма, космо тоже смысла выбирать нету. Я с другой стороны. Космо на отражалках хорош. Попробовать взять огника сюда. Как вариант. Сейчас попробуем. Либо стрелка вместо космо попробовать. Правда, будет стан проходить по трем целям, но, в принципе...
Да, что-то у нас по времени не ахти. Опять он включился. Надо, наверное, попробовать двух львиц поставить, чтобы он не так часто вообще включался. Попробуем сейчас убрать космо, поставить сюда стрелка. Не помню, правда, что там у меня на стрелке. Я менял вроде его. Ради интереса, да, не успеваем. Причем конкретно даже не успеваем по дамагу. Ясно. Что, они хотят сказать, что мы даже 6 не набьем? Так, ну что у нас получается? Фига себе. Это что-то я не понял. Что это за фигня? Нифига себе, мы времени с вами потеряли. Да ладно. Что за бред? Причем состав наш стабильный, стандартный. 5 и 3? Тут все по 6 нафигачили, а у меня только 5 и 3, это как? Что-то я... То ли я где-то что-то втыканул. Станет огромный урон, иммунитет. Стабильный наш архидемон. Странно очень. Очень даже странно. Ну, сейчас секунду зайдем, перепроверим все. Стабильный, стандартный наш состав, которым мы набивали 6 суперсила, все есть. Все выставлены. Это бредняк реально. 5,5, это еще мы раньше когда-то набивали. Бред. Реально, что-то я не могу понять, то ли так на стыку станет, то ли реально какая-то фигня. Хотя вот 5. Да блин, таким составом мы должны просто набивать 6 как минимум. Очень странно. Так, хорошо. Сейчас я попробую, ребятушки, разобраться. Так, ну не знаю, я попроверял, посмотрел. Попробуем сейчас еще вариант просто поставить нахладного. Потом я пойду с твинка потестирую, что это за фигня. Поставим сюда. Вот так вот. Пробовать по максималке обездвижить. Но это реально бред. Я что-то не могу понять, как таким составом мы просто не набиваем 6, как минимум. Очень странно. Смотрим по таймингам, по времени. Но, честно говоря, я что-то вообще в шоке. Максималки. 5,5.
То ли не угорают реально, то ли реально какой-то бахнет. Их его знает. Сейчас посмотрим. Вот 2.26 стабильное, стандартное у нас время. То есть мы убиваем за 35 секунд первого. Каким образом? Не знаю, может где-то действительно так попадало, но разрыв такой, это просто что-то нереальное. В общем, я так понял, у нас, знаете, такое чувство, что баг за багом появляется в игре. Просто бред какой-то. Ну опять мне времени не хватает. Да ну нафиг, это какая-то фигня, вот реально. Чё за бред? То ли хладного пофиксили где-то, сейчас будем смотреть, но это нереально что-то. Этим составом набивали свыше 6. Сейчас это просто ни о чем. Вот, то же самое. Че за фигня? Вот я не знаю, я просто не знаю, что за фигня. Ради интереса даже зайду, посмотрю своего прошлого архидемона, сколько я на нем набивал. Так, ну что у нас тут? Усиление раскола после обновления. Посмотрим, сколько мы тут выбивали. Это реально просто какой-то гон. Пять и один. Да вы что, угораете что ли? Так, смотрим. Усиление раскола после обновы. Вот как раз таки этот же состав с космо. Пять, один, почти 6. Это что-то реально, реально бред. Просто вот я не знаю, что за фигня. Сейчас пересмотрю. Или где-то опять какие-то состыковки. Вот я не могу понять. Special skill. Да фиг его знает. В общем, я не знаю, ребят. Вроде все то же самое. 5.5 набивать на архидемоне, но это реально, это бред. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, но как по мне это баг, я сейчас пойду еще тестировать второй состав на твинке, но это реально жесть. Все, всем удачи, всем пока.